Всем привет! Вы на канале VIP Ксения. И сегодня мы с вами будем открывать Peppa Pig журнал, наклейки, которые я открыла. И вот такие наклейки. Всем привет! Это мы съездили с Ксюшей вчера в магазин игрушечный, да? Вот эти будем первым начинать. Купили такой интересный журнал LOL, ага. Куда можно вклеивать наклейки. А вот это мне папа купил. Да. Когда я была в школе. Сюрприз для Ксюши, да? Угу. Класс. Ну и что это за Пеппа такая? Там можно вот на эту ножку нажимать. Видите такую вокруг? На эту, не на эту, на эту. Вот. Ого, какая хохотуха. Что там еще есть? Голову надо как-то открыть. Крути ее. В другую сторону. О! Теперь поднимай. Опа! Снялась. Что там внутри? Конфетки никак не достать. Угу. О, почти достала. Peppa Pig без головы, вы видите? Да. Ну, тяни, 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 тяни сильно. Не вытаскивается? Да. Ой, Пеппа, как конфетки сильно спрятала. Ай, так нечестно. Ну, порви пакетик и высыпай в Пеппу. Сможешь открыть? Вот так, да, открывай. Ой, насыпай. Ой. В Пеппу их, высыпай. Насыпала. Ничего страшного. Вот насыпаю. Потом все остальное, если взять, лезет. Желтенькую. Еще не столько возьму. Зелененькую. Все высыпай. Не влезут все? Нет, не влезут даже. Там еще чуть-чуть места. Розовенькую. Может, в голову надо было их высыпать? Ну, доставай. Теперь можешь достать? Можешь теперь их достать из головы? Доставай, доставай, вытаскивай. Все конфетки? Мы засыпали конфетку в эту Пеппу. Ух, как бринчушка. Ой. Ну и как их доставать теперь оттуда? Нажать на ножку, он... Вывалилась? Да, вот. Ух ты. Ай, конечно же, съесть, да. А что, она больше не поет, когда нажимаешь на ножку? Потому что там конфеты. Еще вывалилась? Ой, нет. О, Угу. Злое. Класс. Все. Ну, Пеппа будет теперь наклейки смотреть, да? Ну, открывай журнал. Да, то нам попались уже. Она одну упаковку уже открыла, вот такую. Там 5 наклеек внутри. Интересно, какие попадутся. Одна это даже... я с ножницами я тебя открывала. Да. Интересно, какие там наклеечки попадутся. Потом я наклею. Ну, доставай. Так рви его. Вау, глиттер. Глиттер? Только не такая. Ну, показывай скоренько, очень всем интересно. Такая. Ухо, какая красоточка. Все глиттеры сюда, а все эти вот сюда простые. Угу. Ну, еще открывай дальше. Я рву. Давай, рви, доставай, доставай. Ну, показывай скоренько. Это что? О-о, какая красоточка.
Сюда, это точно похоже. Это точно похоже на глиттер. Угу, дальше. Я просто болею, кашляю. Да. А здесь две. О, две такие, да, ничего себе. Я нашла малышку. Угу. Малышка, вот эта малышка с вот этой. Да, мама и малышка, да? Ага. Класс. Дальше что у нас? Ой, вы увидели эту. Это что такое? Алло, боже мой. Показывай. Это что такое, вот. Это такая наклейка. Ну давай открывай теперь альбом и показывай, куда их надо клеить. Там, наверное, картинки получатся, если мы все приклеим. Ну, открывай скоренько журнал. Ой, Ксюша уже кашляет, чуть-чуть остался, уже не так сильно. Уже выздоравливает. Дальше я вот уже почти открыла. А здесь уже четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре пачки наклеек, да. Давай, открывай теперь лол журнал, посмотрим. Покажи, какой он красивый журнал. Три куколки. Еще наклейки. Еще наклейки? Чего себе. Смотри, надо брать наклейку, смотреть на другой стороне, какой у нее номер. Искать этот номер и клеить. Умеешь? Нет. Ну, давай пробовать. Бери наклейку. Бери глиттер наклейку, которая у тебя на полу лежит. Какую? Любую выбирай наклейку. Смотри, какая цифра сзади. 8. Ищи 8. Нашли 8 глиттер. Ну и куда ее клеить надо? Вот сюда. Ну, красиво клей. Давай, давай, давай. Красиво клей наклеечку. Красиво попробую. Круглая наклеечка. Ага. Вот. Вот, о, супер. Давай следующую наклейку. Давай, давай, все по очереди, все равно все вот, надо наклеить. 1, 8, 8. Ищи 1, 8, 8. Это в самом конце журнала. Значит, самый конец? Да. Где? Да, ищи здесь 1, 8, 8. Наклеечка. 1, 2, 5. Ну, ищи где 1, 2, 5. Здесь, наверное, где-то. Нет, дальше листай. Другую сторону листай. Другую сторону. Нет, другую сторону. В другую сторону. Ту листай. Еще. Еще. Ну, здесь есть. Какую надо? 1, 2, 5. Ну, есть. 1, 2, 8. Ну вот на той странице. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Вот желтенькая, 1, 2, 5. Желтенькая, дочь. Какая? Вот желтенькая, 1, 2, 5 написано. Нет, выше. Ну, рядом. Ну, 1, 2, 5. Давай, клей ее. Ой. Какая у нас следующая наклеечка? 125, да, было? 1, 2, 5, да. Ну, давай, клей ее. Да. Клей красиво на желтенькую. Уголочек. На уголочек. Вот так. Вот так, вот так. Очень красивая. Дальше. Ну, какой номер, интересно? 3. 3 это самое начало журнала, тогда иди. Угу.
Самая-самая первая страничка. Где три? Есть три? Ну, давай. Здесь большая картинка должна получиться. Видишь, когда все шесть наклеишь? Клей три. Ой, здесь что-то интересное получится. Какая-то большая картинка. Дальше. Это 6-1. 1-6 или 6-1? 6-1. Давай, ищи 6-1. Дальше. Еще. 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 Ну, куда так много? Много. Ну вот здесь поищи. 6-1. Есть такая? Зелененькая, да, правильно. Давай клей. Ой, как неаккуратно. Молодец. Вот. Ну, дочь. Вот. Дальше. Просто маленькая трещина. Да, надо аккуратно, потому что... Вот это. Ой, это как Хэллоуин, да? 5-8. 5-8. Назад делай тогда. Ну, вот здесь ищи. 5-8. Нет, дальше. 5-8. Это 5-6. 5-8. А, 5-8? Ну, давай, клей. Проверим. Да, правильно. Сама нашла в этот Молодец. Красиво в этот раз наклею. Молодец, дальше. Вот это. Тут две наклейки, да? Какие циферки? 7-9. Это что? Б какая-то. 7-9Б и 7-9А. Ну, ищи, где 7-9. Дальше листа. Нет, другую сторону. Так, еще. Здесь мы наклеили. Вот здесь. Все здесь. Но это же круг. А. Кругленькие. Ну, где 7-9А и 7-9Б? 7-9Б. Желтенькие. Ксюш, желтенькие. 7-9А. 7-9Б. Ну вот. Давай, какая 7-9Б? 7-9Б. Ну, давай. Да, это 7-9Б. Вот это 7-9Б. Надо будет с тобой еще ехать покупать наклейки, да? Чтобы весь журнал был полный. Угу. Теперь 7-9А. 7-9А. Рядышком, да. Это Little Sister? Угу. Это маленькие сестреночки. Поэтому они все кругленькие, потому что они малышки. Класс. Дальше. Ну, дальше вот у нас какая? Малышку, видите? Да. Это мама малышки. Угу. Ну, куда ее клеить надо? 19. Назад. Тебе нравится такой журнал? Да. Прикольно, да, наклейки клеить? 19. Еще дальше. Очень классный такой, яркий 8. Журнал. Кругленькие, квадратные. Наклейки очень прикольные. Все куколки на разных страницах разные. Очень прикольный. Ну, где 19? Ну, ищи. Да, ищи, 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 ищи. Но, клей. У тебя все желтенькие сегодня попадаются, да? Здесь уголочек. Да. Ну, чтобы тебе легче было открывать. А то мы тогда вечером будем делать видео.
Очень красивые наклейки, яркие все такие. О, в этот раз красиво. Для девочки наклейка. Очень можно на день рождения такой подарить. Журнал кому-нибудь, правда? Может, очень интересно девочкам. Я могу это на замужчину взять и вот эти. Давай, давай, да, еще какая у нас наклейка? Вот, Еньки-баньки, нет, Еньки-баньки, Еньки-баньки, Ени-вареньки, Еньки-баньки, бац. 1, 1, 5. Нет, другую сторону. Еще, 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 еще. 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 О, какая красивая страница. Еще. Сейчас я посмотрю. Это какая-то плакат, наверное. Это на глиттер, наверное. Плакат такой большущий будет. 1, 1, 5. Дальше. Какие здесь цифры? 1, 6, 1, 9, 5, 1, 9, 7. Почему ты в другую сторону читаешь? А, ты потому что плакат перевернула. Угу. А, ну давай дальше. Еще дальше. 1, 1, 5. Еще дальше. Еще, еще, еще. 1, 1, 5. Еще дальше. На следующей страничке будет. Вот здесь еще. 1, 1, 5. Ну, класс. Розовая, да, в этот раз? Супер. О, это что? Это, наверное, на плакат будет. Давай, клей. Точно. Вот. Наклеить, потом другую, потом открывать другие наклейки. Смотрите, что мы вытащили из альбома. Вот такой большой. И у нас теперь есть куда наклеить глиттер. А я уже нашла. Ну, давай, клей красиво. Надо перевернуть. Переверни. Супер, да? Что на другой стороне, покажи. На другой? Сейчас я посмотрю сначала. Ой, здесь круглые все наклеечки. Чего себе. Это может игра? Это игра? Let's play. Я не помню, что здесь. Сначала надо наклеить все наклеечки. Сначала все надо наклеечки найти, а потом играть в игру. Надо будет там почитать, как играть, да? Мы потом поиграем. Ага, после видео. Угу. Это что, ну, сейчас не понимаю. Ну, давай клей наклеечку красиво. Ох, какой большой плакат, его можно наклеить будет на стенку, красиво. Да, мы наклеим. У нас так стенка, вон какая красивая, видели, ребята? Вся в наклейках у нас стенка, еще наверху вот такой красивый пони. Весь, а стенка у нас Frozen, это наши любимые, да, дочь? Mm-mm. Нет? Пони твои любимые? Угу. Угу, а раньше Frozen были. Не можешь? Угу. Давай помогу. Самый глиттер не могу. Да, они так тяжело открываются, да? Да, мне мама помогает, такие уголочки делает, вот такие уголочки. Да. Вот здесь 1, 3, 4. А я пока посмотрю, если здесь 1, 3, 4. 1, 3, 4 будет в журнале, на. Давай клей красиво. Свою глиттер наклеечку, так, красота. 1, 8, 8 было. 1, 8, 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 8
Ой. Ничего. Ничего, конечно. Вот так она наклеила. Это моя любимая была. Да. Ну, давай дальше. Один, какая? Три, четыре. Теперь в журнале. Вот так, журнал, вот там это. Так. Ищи, где один. Какую надо? Один, три, четыре. Ну, дальше листай. Еще дальше. Еще. Нет, еще дальше. Еще. А, нет, на этой страничке еще. Здесь уже есть у нас одна наклейка. Ну-ка, давай вторую наклей скоренько. Один, три, четыре, где? Один, три, четыре. Ну, где? Где ищи? Еще. Один, два, четыре. Один, два, шесть. Один, два, семь. Один, два, восемь. Нашла? Да. Подходит? Один, один, три, три, четыре, да. Четыре. Давай, наклеивай. Нашла, наконец-то. Долго искала, да? Угу. Цифры не знает Ксюша. Ой, Ксюша цифры не знает. Какую? Один, три, четыре. Один, три, четыре. Голубая, голубой, голубой, голубой. Красиво на красивая. Ох, какая красивая красная куколка. Розовая. Розовая. Вот, видишь, какой полностью все розовое. Супер. Ну, а еще будешь открывать? Да. Ой, сколько у тебя еще пачек, да, их? Еще три. Три пачки еще? Ага. Обалдеть. Попробовала. Вот так вот. Пук-пук. Давай. Ну, какие у тебя там наклеечки? Показывай ребятам. О, Pets. Класс. Дальше. О, круглая Лоли. Вот это понравилось. Очень. Little Sister? Да. Сестренки маленькие, да? О, еще одна такая же. Которая есть у нас уже? Да. Да, одинаковые тоже могут попадаться. Вот такая. А, да, мамочка. У нас уже есть такая. Будет у нас запасная, да? Это будет папа. Ого. Ну, дальше. Потом я с мамой буду клеить их. Да. Потому что я их сама не могу наклеить. Вот это 4-1. Ну, и какая она? Ох, какая красивая. А тут куколка. У написано. У. Да. 4-1-У. Да. Все? Нет. Еще одна? Такая же самая, у нас такая уже есть. А, еще одна такая есть. Такая есть уже. Угу, класс. Ну, еще будешь открывать? Да, буду. Ой, как ей нравится наклейки открывать, да? Пять наклеек, да, в пакетике? Так, вот так. Дочь, пять наклеек в пакетике? Да, по 5 наклеечек в одном пакетике. Да, 1, 2, 3, 4, 5, да. Супер. Надо открыть. Как не такой, это же мой журнал. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Всем пока! Мы вас любим! Мы пока! Вас любим.